Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 125, упражнение номер 215. Прочитайте выразительно. Мы спросили журавля, где же лучшая земля? Отвечал он, пролетая, лучше нет родного края. Воронько. Почему журавль дал такой ответ? Согласны ли вы с ним? Журавль считает, что лучше родного места, того места, где он родился, нет. И с его ответом нельзя не согласиться. Спишите стихотворение. Это стихотворный текст, и каждую строку мы будем записывать заглавные буквы. Мы спросили журавля, тире, где, раздельно же, лучшая земля, вопросительный знак. Отвечал он, запятая, пролетая, тире, лучше нет родного края, восклицательный знак. Найдите местоимения, по каким признакам вы их определили. Местоимения у нас «мы» и «он». Эти слова указывают на предмет, но не называют их. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.